Здравствуйте, в эфире вечерний выпуск новостей. В студии для вас работает Сергей Михайлов. И далее о главном. Население Донецкой и Луганской народных республик разоружат до 4 апреля. Одесский суд запретил националистам сносить памятник Екатерине II. Армия Новороссии взяла под полный контроль село Широкино. Апелляционный административный суд города Одессы оставил в силе решение, принятое Приморским судом, запретив украинским радикалам снос памятника российской императрице Екатерине II. Судебные разбирательства продолжались около 3 лет. На сносе монумента, находящегося на Екатеринской площади, настаивал Союз общественных организаций, Ассоциация казацких обществ «СИЧ», а также одна из жительниц Одессы Надежда Содоль. Напомним, истцы требовали демонтировать памятник основателям города на Екатеринской площади и вернуть на прежнее место памятник морякам-броненосца князь Потемкин Таврический. Памятник императрице был установлен на Екатеринской площади в 1900 году. После революции его снесли. Фрагменты бронзовой царицы и фигуры основателей Одессы оказались в краеведческом музее. Постамент стал сначала кратковременным пристанищем головы Адама Мицкевича, затем огромной головы Карла Маркса, позже замененной на полноростовую статую. Классика научного коммунизма. Впрочем, гипсовый Карл Маркс оказался неустойчивым, его сдуло сильным ветром. В дальнейшем более десятка лет постамент пустовал. Во время оккупации румыны пытались установить там памятник Гитлеру. Уже после войны, в начале 50-х, старый постамент демонтировали, а в 1965 году на площади поставили памятник потемкинцам, простоявший до лета 2007 года, когда Екатеринской площади вернули исторический облик. Против этого выступили украинские националисты и президент Виктор Ющенко. По их словам, именно Екатерина II распустила Запорожскую сечь. Кроме того, являясь московской царицей, она была палачом украинского народа. После открытия памятника на улицах Одессы начались беспорядки, организованные активистами националистической партии «Свобода», Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии и Всеукраинского объединения «Тризуб». Позже радикалы попытались добиться сноса монумента через суд. Украина планирует пустить с молотка свои госкомпании, избрав для себя в качестве покупателей западных инвесторов. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Такое решение министр объяснил прозрачностью западных стратегических инвесторов. Абромавичус подчеркнул, что западные инвесторы заинтересованы в перекупке инфраструктурных объектов и аграрных активов, то есть знаменитых украинских черноземов. Министерство экономического развития и торговли Украины к середине апреля намерено внести на рассмотрение Кабинета министров перечень предприятий, которые готовятся к приватизации в ближайшее время, а также внести изменения в процедуру организации продажи активов. После рассмотрения данного списка Кабмин он будет передан в парламент, отметил Айварас Абромавичус. Напомним, что еще в начале марта нынешнего года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что все государственные предприятия Украины должны быть приватизированы. Поселок Широкино под Мариуполем находится под полным контролем ДНР. Об этом сообщил спикер миссии ОБСЕ на Украине Майкл Батюркив. «Мы пишем в своем отчете, что поселок Широкино полностью под контролем ДНР. Если это было бы не так, то они бы не сопровождали нас в поселок. В самом населенном пункте есть только военные ДНР». По его словам, представители ДНР несколько раз не пустили представителей международной миссии в Широкино без объяснения причины. «Я могу сказать, что в пятницу и субботу мы имели проблемы в Широкино, когда ДНР не допускали нас. Они говорили нам, что не допустят нас. Мы были очень разочарованы», — сообщил Батюркив. Как сообщалось, представители Донецкой Народной Республики не пропускали представителей миссии ОБСЕ в поселок Широкино 26 и 27 марта. Министерство обороны ДНР объяснило это тем, что на тот момент не могли обеспечить безопасность членов миссии. Боеготовность любой армии мира зависит от многих факторов. Это и подготовка личного состава, и морально-психологическое состояние бойцов, и подготовленность командиров самых разных уровней. Немаловажным фактором здесь, конечно же, становится и укомплектованность личного состава специальным снаряжением. Именно поэтому гуманитарный батальон «Новороссия» после видеообращения в ролике военного корреспондента нашего телеканала «Совы» от командира роты одного из подразделений армии ДНР «Терека» решил помочь бойцам. Несколько дней назад в расположение роты со склада гуманитарного батальона были доставлены тактические перчатки, камуфляжная форма, разрушно-тактические системы, рации и многое другое. Разгрузки, кстати, для большего удобства бойцов были выбраны ременно-плечевого типа. Среди прочих преимуществ перед разгрузками другого типа, в таких разгрузочных жилетах, к примеру, удобнее передвигаться в положении лежа в условиях боя. Ведь, как известно, карманы у таких разгрузок находятся сзади и сбоку. Хочу сказать спасибо людям, которые слушали мои пожелания, даже не мог
представить, что некоторое время назад, зимой, когда я просил о том-то и о том-то, в таком-то качестве, что так вдумчиво народ посмотрит, люди добрые, да, не безразличные, и сделают так, как я даже представить не мог. Вот как должен выглядеть солдат. И если это есть на фашистской стороне, почему наши ребята, защищающие Донбасс, должны как обморыши, непонятно в чем, непригодно воевать. Значит, вот эта разгрузка по образцу спецназа ГРУ, на поясного ношения, чрезвычайно крепкая, удобная. Это ж невероятно. 8 рожков. Что такое рожки? Это жизнь. Потому что мало рожков, перезарядка, это очень короткий бой. Здесь все удобно, грудь открыта. Может на животе ползти, лежать, стрелять. Автомат, каска, защита. Есть все. Налокотники, наколенники. Армейские, не хоккейные. Значит, дальше. Вот так вот должен выглядеть солдат. Именно так и будет выглядеть. И это большое, большое исключение, редкость. Чтобы целое подразделение было одето по сезону, с полной защитой, со второй кожей, не обдиралось. Потому что очень часто 300-е появляются из-за того, что летят мины, надо быстро прыгать там в окопы или ползешь через зеленку, колючки, обдирается все это потом, уж не буду страсти, прямо скажем, загнивает и так далее. Это не считая того, что люди просто болеют и простужаются, потому что нет медицины, нет нормального обмундирования. Если все это есть, если есть вот такие ботинки, если бы такие ботинки у нас были в октябре-ноябре, у нас бы в прежних наших подразделениях сохранилось бы до 50% состава. Вот, сейчас они у нас есть. Я надеюсь, что наши бойцы будут здоровы. И все это нужно для чего? Не для того, чтобы красиво выглядеть, а чтобы есть герои, которые вообще непонятно в каком шматье. Но из-за того, что это шматье, а приходится по 3 месяца там держать фронт, там, то ли там на утесе, там, то ли на АГСе, на километровый фронт. И смены им нет, потому что они специалисты, потому что они герои, они там освоили все, как приехали там с июля, там, или те, кто там раньше воюют там со Славянска. Вот, сейчас у них есть все условия для того, чтобы сохранять свое здоровье. Для чего? Не просто так. Чтобы бить врага. Все подразделение «Терека» благодарит гуманитарный батальон «Новороссия», военного корреспондента телеканала «Новороссия Сову» и волонтера из Санкт-Петербурга по имени Андрей за доставленную помощь. Военный корреспондент «Ёж» специально для телеканала «Новороссия». В Харькове сегодня состоится подготовительное заседание суда по обвинению мэра города Геннадия Кернеса в похищении и пытках активистов Евромайдана. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Арсена Авакова, народный депутат Антон Геращенко. По его словам, заседание проходило в Дзержинском райсуде Харькова. Геращенко также сообщил, что в Киеве в 14.00 было начато заседание высшего специализированного суда, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и потерпевших о переносе слушания в другую область. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал распоряжение о разоружении мирного населения в срок до 4 апреля. Сообщается на сайте Совета Министров и Народного Совета Республики. Согласно сообщению, до 4 апреля 2015 года всем лицам, не являющимся сотрудниками силовых структур Донецкой Народной Республики, сдать имеющиеся у них вооружение и боеприпасы. Заметим, что лица, не выполнившие в установленный срок требования по сдаче оружия, будут признаны участниками бандформирований. В отношении них будет производиться разоружение, ликвидация посредством проведения специальных операций и привлечение их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством ДНР. Говорится в сообщении. Глава ЛНР Игорь Плотницкий принял аналогичную меру.
ООН готовится прекратить раздачу продовольственных пайков жителям Донецкой и Луганской народных республик из-за серьезной нехватки финансирования. Объемы доставляемой гуманитарной помощи, как ожидается, существенно сократятся, так как финансирование продолжает оставаться крайне низким. Поступили или обещаны только 16% из 316 миллионов долларов, требуемых на 2015 год, говорится в документе. Из-за перебоев или отсутствия финансирования отдел продовольственной безопасности ожидает, что около 80 тысяч человек лишатся помощи в виде наличных средств и талонов на еду, в то время как раздачу пайков придется прекратить в неподконтрольных правительству районах, отметили в УКГВ. В гуманитарном управлении также предупредили, что недавние отставки и перестановки в киевском правительстве оказывают дополнительное давление на способность вовремя и согласованным образом предоставлять гуманитарную помощь. В Харькове на железнодорожной станции Новожаново южной железной дороги произошел взрыв на железнодорожном мосту во время движения по нему грузового поезда. Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, 31 марта около 3 часов ночи на станции произошел взрыв на железнодорожном мосту во время движения по нему грузового поезда. Взрывное устройство сработало под 5-м и 6-м пустыми вагонами. Следственные органы квалифицировали взрыв на железнодорожной станции Новожаново как диверсию. Напомним, в ночь на понедельник, 30 марта, на железнодорожной станции взорвалась цистерна с дизельным топливом, предназначавшаяся для вооруженных сил Украины. Это происшествие также было квалифицировано как диверсия. По поручению президента на линии фронта на территории Харьковской области будет построено 31 огневое сооружение, заявил председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин. Кабмин выделил финансирование, но через определенные процедуры эти деньги поступят несколько позже. Мы попросили строительные компании сформировать бригады и пока без денег начать это строительство. Ни одна компания Харьковской области не отказала, рассказал он, отметив, что такая позиция стройкомпаний свидетельствует о проукраинском настрое харьковчан. Ранин рассказал, что всего будет 300 взводных опорных пунктов, которые будут строиться по всей линии соприкосновения. Основные работы будут выполнены в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. По поручению президента все области должны участвовать в этом процессе, отметил губернатор. Сегодня на заседании межведомственной группы были рассмотрены проекты программы экономического развития городов Тельмановского района, а также Ждановки и Тореза. Сегодня, 31 марта, прошло 4-е заседание межведомственной рабочей группы по вопросам рассмотрения местных программ восстановления и развития экономики и социальной сферы на 2015 год. В ходе рабочей встречи свои проекты презентовали руководители администрации городов Тельмановского района, а также Ждановки и Тореза. Программа 2015 года является восстановлением разрушенных, поврежденных объектов, стабилизация работы градообразующих предприятий, возобновление работы объектов малого бизнеса. Ждановка во время военных действий подвергалась обстрелам. Угольные предприятия города приостановили свою работу. На сегодняшний день часть объектов социальной инфраструктуры город уже восстанавливает своими силами. Но для продолжения работ требуется привлечение средств извне. Несмотря на существующие трудности, мы приложим все усилия для улучшения обстановки в экономике и социальной сфере города. На выполнение мероприятий в городе необходимо 138 924 000 гривен. Из них средств республиканского бюджета 118, местного бюджета 2,5 миллиона, сум 354 000, средств предприятия 1 372 000, из других источников у нас 16 миллионов. Согласно прогнозам экономической службы города, программа поможет на 3,7% увеличить добычу угля и на 16,7% объем реализованной продукции, что наилучшим образом скажется на экономике всей республики. Кристина Крымова, Павел Припа, Новороссия ТВ. В понедельник состоялась совместная пресс-конференция советника главы ДНР по правам ребенка Чепиковой Яны и уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. На пресс-конференции журналистам была представлена советник главы республики по защите прав ребенка Яна Чепикова. Сегодня я хочу представить вам советника главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Яну Чепикова. С сегодняшнего дня она будет заниматься полностью нашими детками, правами наших детей. И не только на территории Донецкой Народной Республики, но и тех детей, которые выехали за территорию Донецкой Народной Республики, то есть это Российская Федерация, точно так же те дети, которые остались на украинской территории. Почему? Потому что детей на украинской территории у нас осталось очень много, с которыми тоже сейчас очень много проблем. И я очень рада, что у нас появился такой человек, который будет уполномочен этим заниматься.
В свою очередь, я, конечно, очень рада быть на этой должности. Я надеюсь, что моя деятельность принесет хорошие результаты. Будем в тесной связке работать далее, безусловно. И хочу сказать, что для нас нет различий. Это дети, которые живут у нас, дети, которые живут на территории Украины, дети, которые живут на территории России. Все дети – это дети, которые нуждаются в помощи. Это дети. Советник ответила на вопросы журналистов, которые касались прав ребенка в республике и перспективы обмена военнопленными вооруженных сил Новороссии с украинской стороной. По вопросам усыновления очень много обращений есть. Значит, очень много людей хотят усыновить детей. На сегодня, если брать официальную статистику, на территории Донецкой Народной Республики 56 кандидатов усыновителя. Это те, которые официально состоят на учете в службах по делам детей. Но есть еще очень много людей, которые хотели бы просто усыновить ребенка и обращаться за консультацией. Конечно же, я думаю, что уровень усыновления у нас вырастет и будет просто небывалым. Я надеюсь, что максимальное количество детей попадет в семью, будет воспитываться в семью. Наш корреспондент задал свой вопрос уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой. А что будет с теми людьми, которые уже осуждены в украинских? Точно так же, мы по ним дальше работаем. На данный момент это 4 человека, которые уже получили реальные сроки, и они уже находятся в тюрьмах. Поэтому я точно так же подаю этот список на обмен, и каким образом Украина будет, опять же, их процессуально очищать, я не знаю. Поэтому мое предложение к Украине, это было бы самым грамотным и самым важным ответным ходом, это подписать закон об амнистии. Это будет как выполнение минских договоренностей, так и мы просто упраздним всю эту систему. Государственная комиссия во главе с руководителем администрации главы республики Максимом Лещенко посетила шахту «Холодная балка», чтобы засвидетельствовать готовность новой лавы к работе. 31 марта – знаковый день для угледобывающей промышленности Донецкой Народной Республики. Сегодня запланирована сдача в эксплуатацию новой лавы на шахте «Холодная балка» ГП «Макеев-Уголь». Новая лава станет уже пятой на данном предприятии и станет самой первой лавой, подготовленной в эксплуатацию с момента образования Донецкой Народной Республики. Руководитель администрации главы республики Максим Лещенко совместно с членами государственной комиссии лично спустился в шахту, чтобы своими глазами оценить масштаб проведенных работ и засвидетельствовать работоспособность первой республиканской лавы. Пятая западная разгрузочная лава пласта H10 верхний запущена в работу и будет осуществлять выработку энергетического угля марки Т с глубины 750 метров. Основной объем угля предназначен для поставок на Старобешевскую теплоэлектростанцию для обеспечения там бесперебойной работы. В области энергетики в республике решаются важнейшие вопросы обеспечения углем электростанции. И в связи с этими событиями это говорит о том, что Донецкая республика не только умеет воевать, она умеет работать. Народ Донбасса – это трудолюбивые люди, которые знают хорошо свое дело. В очередной раз это подтверждают. Несмотря на отсутствие материально-технического снабжения, была проделана колоссальная работа по подготовке и организации работы производства, чтобы осуществить поставленную перед шахтой задачу. Все необходимое оборудование для выработки полезного ископаемого прошло капитальный ремонт на Макеевском ремонтно-механическом заводе и готово к работе на длительный период. С вводом пятой западной лавы, которую сегодня мы посетили, надеемся, что шахта будет добывать стабильно 1600-1700 тонн угля в сутки. Мы на апрель месяц рассчитываем добыть суммарно двумя лавами из шахты 48 тысяч. Плановая нагрузка на лаву должна составить порядка 800 тонн угля в сутки, что существенно увеличит производственные и экономические показатели предприятия и республики в целом. Анна Триксель, Дмитрий Русский, специально для Новороссия ТВ. 31 марта Донецкий национальный технический университет совместно с Министерством образования и науки провели мероприятие, на котором Александр Глушко вручил ДОННТУ премию имени академика Валентина Глушко за популяризацию научных достижений. В соответствии с положением о международной премии имени академика Глушко за пропаганду науки в литературе приказываю присудить почетное звание лауреату международной премии имени академика Глушко за пропаганду науки в литературе за 2015 год Донецкому национальному техническому университету город Донецк. Как мне сказали, чтобы обязательно было это упоминание, потому что вас два, а тот не этот. Здесь основной и главный.
Да. Медаль номер 21 за многолетние научные исследования и подготовку высококвалифицированных кадров в горном деле, геологии, металлургии, инженерной механике, радиотехнике и других областях науки и освещении своей деятельности в научной и научно-популярной литературе. Президент фонда Святец. Я вручаю вам эту награду, и я уверен, что это первая подобная награда. Глушко не смог молчать о происходящем в нашем городе. С его слов, столица Донецкой Народной Республики – это город героев. Должен быть какой-то особый статус городов, которые не только не сдавались, но еще и выстояли и победили. А Донецк победил, он выстоял. Потому что, когда священная война становится святой, это когда люди, которые защищали свою родину, начинают защищать свои семьи, своих детей, своих родных и близких, непосредственно уже, а не просто свою страну. И ваша война святая. И поэтому вы обречены на победу в этой войне. Это во многом был очень приятный сюрприз. В чем, так сказать, заслуга университета, в первую очередь его ученых, его сотрудников, которые действительно очень много отдали популяризации науки. И самой науки, и ее популяризации. Вы знаете, что иногда популяризация – это дело более сложное, чем даже наука. Алина Черняева, Павел Припа, Новороссия ТВ. На этом у меня все. Далее прогноз погоды на завтра. В студии для вас работал Сергей Михайлов. Всего вам доброго. До свидания. В Луганске облачная погода. Дождь, который к вечеру начнет утихать. Днем плюс 3, плюс 4, ночью плюс 5. В Волчевске облачная погода продержится весь день. Днем плюс 3, плюс 4, ночью плюс 6. На протяжении всего дня погода в Северодонецке будет пасмурной. Ожидается дождь. Плюс 4, плюс 6, ночью плюс 6 градусов. С утра и до самого вечера небо в Енакиево будет скрыто за облаками. Утренний дождь, днем плюс 3, плюс 4, ночью плюс 5. В Краматорске облачно, на протяжении всего дня ожидается дождь. Днем плюс 5, плюс 7, ночью плюс 6 градусов. Весь день в Славянске будет облачным. Плюс 5, плюс 7, ночью плюс 6. В Мариуполе утром ожидается дождь, который продолжится до позднего вечера. Плюс 7, плюс 8, ночью плюс 6 градусов. На протяжении всего дня погода в Горловке будет пасмурной. С самого утра будет идти дождь. Днем плюс 3, плюс 4, ночью плюс 6. Облачная погода будет держаться в Макеевке до самого вечера. На протяжении дня дождь. Днем плюс 4, плюс 5, ночью плюс 6. В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. С самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Днем плюс 4, плюс 6, ночью плюс 6 градусов.